Всем привет! Делаем канализацию своими руками. Вот, вкопали бачок, контейнер. Теперь будем вкапывать, вернее, копать яму и заливать ее цементом. Опалубку сделаем, зальем цементом. Дальше вкопаем вот эту бочку. Вот настолько выкопал яму. В глубину теперь достаточно. Теперь все расширим и поставим бачок сюда. Вот он. Такой бак. Вот канализация будет отсюда выходить. Вот. И под землей пойдет в бак. Вот здесь мешается хрен. Ну и хрен с ним. Выкопаем. Сделаем закуску из хрена. Вот какой хрен хороший. Вот выкопал яму, которую будем бетонировать. Глубже копать не получается. Здесь уже начинается первый слой воды. Сейчас будем бетонировать дно. Перед тем, как бетонировать, положим клеенки слой. Так вот, постелили клеенку на дно. Сейчас будем готовить раствор цемента и заливать. Готовится раствор. Вот. Вот такой антисептик у нас получается. Трубы утеплены пеноплексом буквой П. И сверху три ряда кирпича получается. Вот. Отсюда выходит. Здесь труба наклонена, как положено, на 2 сантиметра вниз. Будем сейчас дальше делать крышку. Ну, еще доложить надо чуть-чуть кирпича и делать крышки. Вот антисептик уже готов. К сожалению, я большую часть не успел просто снять. Не было времени, отпуск уже закончился. Вот. Так вот здесь. Вот там труба опускается на 30 сантиметров вниз, чтобы вся жижа забиралась не с самого верха, а с середины примерно. Вот здесь так вот получилось. 4 ряда кирпича и крышка. Крышка доски дюймовки, между ними пенопласт. Вот пенопласт, сверху еще фанера.
Так вот. И так на каждом резервуаре такие крышки и переходы такие же. Вот в первом резервуаре дно твердое, во втором тоже твердое, а третий резервуар он уже без дна идет. Из третьего резервуара еще выходит труба в дренажную яму, канал, то есть. Вот. Здесь это все потом засыплем опилом, чуть-чуть поглубже выкопаем, засыплем опилом. И вот такой антисептик получился. Посмотрим, как покажет он себя зимой. Ну, думаю, застывать не должен.